Эксклюзивной кухней и джазовой музыкой карагандинцев встретил ресторанный комплекс «Гранат». Накануне новогодних праздников состоялось открытие нового ресторана, которое запомнилось множеством ярких впечатлений у первых посетителей. Гостям нового заведения пришлась по вкусу необыкновенная атмосфера уюта и заботы. Все подробности в следующем материале. От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и приглашаю вас в новый ресторан «Гранат». Здесь мы вас радушно встретим, вкусно накормим, сладко напоим и повеселим. Живая музыка и изысканные блюда от шеф-повара в ресторане «Гранат». Каждый карагандинец почувствует себя долгожданным гостем. Открытие заведения приятно удивило всех гостей заботливым вниманием обслуживающего персонала и зажигательной программой. Костюмированное шоу, веселый ведущий добавили настроение первым посетителям ресторанного комплекса. На этом сюрпризы не закончились. Эксклюзивные блюда, приготовленные профессиональными поварами, порадовали ценителей вкусной и изысканной кухни. Особый рецепт семги и запеченного домашнего гуся знают только повара ресторана «Гранат». А визитной карточкой заведения стал ягненок на вертеле. Блюдо, которое вы не найдете ни в одном другом ресторане шахтерской столицы. Провести вечер в дружеской компании, устроить первое свидание в преддверии новогодних праздников, организовать банкет. В ресторанном комплексе «Гранат» ответят любому желанию даже самых искушенных ценителей культурного отдыха. Под канун Нового года хотелось бы рассказать немножко о нашем заведении. Оно прежде всего сделано с любовью, с душой, поэтому нам было бы очень приятно, чтобы люди нас посещали, получали бы от этого удовольствие, потому что культурный досуг, да, это тоже очень важно. Весь вечер настроение первых посетителей ресторана поддерживали джаз. Джазовые композиции, исполняемые профессиональными музыкантами. Словом, все гости ресторанного комплекса «Гранат» остались довольны приятной атмосферой праздника. Аида Ибраева, Ержан Алипов, Марат Култенов, Первый карагандинский.